Число жертв столкновения двух поездов на юге Италии увеличилось до 27. Таковы официальные данные спасателей. Отмечается, что информация по количеству жертв не окончательная, поиски продолжаются. Известно, что среди погибших числится и один из машинистов. Его напарник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Инцидент произошел между населенными пунктами Андрия и Карата. В результате столкновения три вагона полностью разрушены.